Проблемы и у несостоявшихся новоселов в микрорайоне по соседству с участками для многодетных семей. Срок сдачи 4 и 5 домов на улице Мишина снова перенесен. Новоселье обещают в июне. Таким образом, это будет уже четвертый раз, когда заказчик, фонд жилищного строительства Омской области «Жилище», переносит сроки. Первоначально девятиэтажки должны были заселить в третьем и четвертом квартале прошлого года. Пока же в свои квартиры владельцев пускают только на экскурсии, видимо, чтобы убедить, что основные работы уже выполнены и ждать осталось совсем немного. Тем временем некоторые уже не первый год платят ипотеку за приобретенные квадратные метры, люди считают, их обманули. Нам говорит, что ведутся работы на данный момент, вот говорит, сегодня подрядчик отрапортовал, что ведутся работы по устройству придомовой территории, потому что нету света, свет за долги отключили. Преддомовую территорию, там ничего не сделано, все разрушено, все вот так, поэтому я не знаю, сдастся ли он в июне месяце, нет. Срок сдачи уже год поступает, как нам их не отдали, то есть уже терпение на нуле, уже охота самим сюда делать под себя и заехать побыстрее.